Вы готовы или нет? Да. Ну тогда да, перестаньте суетиться и сосредоточьтесь. Вы готовы или нет? Здесь надо включаться. 5 дней в неделю в половине 9-го. Тело довожу до состояния внятного. В родном фитнес-клубе недалеко от дома. Там все привычно и все так знакомо. Со мной работает тренер, его имя Володя. Володя большой пацан, не маленький вроде. Лучше тебя знает твой город пряников. Так что работай, веди себя правильно. За речи налево, пролетарка направо. Не хочешь работать? Свободно. Твое право. Даже если с финансами вдруг стало хреново. Нарушать закон не имеет смысла никакого. А если ты жалуешься на санкции? Это, конечно, безобразная ситуация. Работай, переходи к практике от теории. После припева продолжение фитнес-истории. Если заходишь ты в Белый дом, лень и усталость оставь на потом. Все проблемы в области от лени, так говорит мой тренер. Если заходишь ты в Белый дом, лень и усталость оставь на потом. Все проблемы в области от лени, так говорит мой тренер. Хотим, не хотим, никуда не денемся. Володя свое тренерское знает дело. С ним в нашем городе все похорошело. Макдональдс 3, Арсенал, премьер-лиги. Что дальше нас ждет? Большая интрига. Наш тренер сам знает, что он молодец. Для всех губернаторов он образец. Сады для детей, колокольня, дороги. И область забыла проблемы, тревоги. Мы живем в Кавказке, хоть бы сказка не кончалась. Тренер, можно сделать так, чтобы Тула развивалась? Кичиться я б тоже не стал кичиться. Но мы продолжаем Володей гордиться. Всем надо работать, а не толкать речи. Иди занимайся. И до следующей встречи. Завтра, как всегда, да, 8:30. Ребята, уже привыкайте трудиться. Если заходишь ты в Белый дом, лень и усталость оставь на потом. Все проблемы в области от лени, так говорит мой тренер. Если заходишь ты в Белый дом, лень и усталость оставь на потом. Все проблемы в области от лени, так говорит мой тренер. Дорогие дети, поздравляю вас с Новым годом!